Слава Украине! Привет всем от Полонского. О, у нас воздушная тревога в Киеве. Я думаю, вы ее сейчас слышите. Я не знаю еще, что там по нам летит сейчас. Трудно сказать, но воздушная тревога прямо в эту секунду. Рассказывать я буду о других событиях. О событиях в Газе. Да, сегодня, скажем так, второй день частичной военной операции в Газе, я имею в виду наземной. Потому что понятное дело, что... Вот, сейчас слышите. Кстати, тревога у нас как-то по-новому воет. Немножко другие какие-то тональности. Может, другие поставили гудки, не знаю, не столь важно. Так вот, да, по Газе. Смотрите, я вчера на меня, кстати, набросились довольно сильно. Сказали, что я не то что развожу панику, а сомневаюсь в возможностях ЦАЛа. И, мол, я сказал, что американцы передают, что Израиль, что Нетаньяху отложил на некоторое время вход в Газу. И вы знаете, я был прав, что я это говорил, потому что вот... мне еще вчера пишут, что говорят... Так уже ж вошли в Газу, посмотри, уже пошла операция, уже все в Газе. Да не совсем. В Газе, да не совсем. Надо тоже это дело понимать. Смотрите. То, что вчера вошли с севера и немного с северо-востока Газы в районе Бейт-Ханун, да, вошли в основном в пустые, так называемые, там виноградники у них, это не застройка. То есть пустые такие области, где можно поставить технику, пустые от строения области, где можно поставить технику, где можно окопаться, где можно присмотреться. То есть заняли, и кстати, которая использовалась Хамасом под ракеты. Под ракеты, там устанавливались ракетные установки, которые потом пуляли по Тель-Авиву. И вот туда зашли. Чтобы они были, начали бои, чтобы израильтяне начали бои в населенных пунктах, вот на этот момент я такого не знаю. То есть заняты, будем говорить так, пустыри и виноградники на севере, северо-востоке сектора Газа. Вот, это чтобы было понятно. Ушел ли Израиль оттуда? Нет, не ушел, танки на месте. То есть они зашли, и вот эту часть заняли, и занялись дальнейшей отработкой инфраструктуры террористической организации Хамас. В том, что Хамас террористическая организация, нет никакого сомнения. Дело в том, что посмотрите, как они, они ненавидят Израиль, они ненавидят израильтян, они ненавидят немусульман и режут их. Мы это все видели, да? Вот на юге Израиля мы это все видели. Еще раз говорю, пострадали от действий бандитов и террористов Хамаса далеко не граждане, не только граждане Израиля. Там были граждане Аргентины, США, Таиланда, что им Таиланд сделал? Непала. А эти им что сделали? Украины, России, Китая, Германии. А эти все им что сделали? Террористы убивали всех. Захватывали в заложники всех. Им было наплевать, кто это. Поэтому я говорю, что это террористы. Это самые обычные бандиты Хамаса. Я даже сейчас еще раз говорю, откладываю в сторону то, как они вот обошлись с гражданами вот этих стран. Давайте посмотрим, как они обошлись со своими собственными. Когда была лет, не знаю, лет 15, наверное, назад, там было две организации, ФАТАХ, то бишь бывший ООП, и ХАМАС, вот эти вот бандиты, да? ФАТАХ более такая умеренная, вот она на в Иудее и Самарии, там получается ФАТАХ при власти, вот в тех районах палестинской так называемой автономии. А в Газе именно ХАМАС. Что сделал ХАМАС с ФАТАХом? У них были бои уличные. Они по максимуму этих членов ФАТАХа убили, а тех, кого они взяли в плен, они знаете, что им сделали? Они им колени прострелили. Ну это так, на секундочку, к портрету хамасовцев. Что это такое и как они поступают со своими же людьми? Это что ждать, что они, как они поступят с гражданами, я не знаю, США, Непала или Германии? Вопросы есть, вопросов нет. Все понятно, да? Бандиты, они есть бандиты. Дальше. Значит, зашли в сектор Газа. Остановились, я так понимаю. Ну, опять же, все молчат. Но я просто, я знаю ситуацию, знаю там, как оно что выглядит. Я так понимаю, что они заняли пространство, не застроенное, вдоль границы с Израилем.
на севере, северо-востоке сектора, отодвинув таким образом бандитов от того же Ашкелона и от того же Сдерота, потому что там можно было по Сдероту пулять, например, из обычного миномета, вот поставив его именно в том секторе, который сейчас освобожден от бандитов. И они это делали постоянно. Вот. А дальше они не идут. То есть, я вчера был прав, что я сказал, что нету большого захода вооруженных сил Израиля в Газу. Нету. И до сих пор нету. То есть, в сам населенный пункт, сами, там же не один город, там не только Газа, там Хан-Юнис, Рафиах и так далее, и так далее. Туда никто не заходил. Там продолжается отработка целей, отработка террористов, которые принимали участие в резне 7 октября, уничтожение структуры Хамаса. То есть вот что там сейчас происходит. Каких-то других телодвижений там не было. Да, вчера была очень мощная отработка. Отработка велась с воздуха, то есть истребителей. Более 100 истребителей принимало участие. Отработка велась с суши, работали танки, танковые пушки в роли артиллерии и сама артиллерия. Отработка велась с моря, с кораблей, по прибрежной структуре и по выходам из туннелей Хамаса в сторону Средиземного моря. Больше пока ничего. Дальше. Очень испугались этого дела семьи заложников. Уже были, я так понимаю, уже были контакты между членами семей заложников и правительством Израиля с тем, чтобы выяснить их дальнейшую судьбу, потому что хамасовцы обещали их убить. И вот сейчас там более 200 заложников у них. В настоящий момент не совсем понятна их судьба. Семьи очень волнуются, семьи контактируют правительство. Иностранное правительство контактирует правительство Израиля с тем, чтобы как-то выяснить судьбу своих заложников, которые находятся у Хамаса. А что Израиль контактировать, если они у Хамаса? Ну, в Хамасе некого контактировать. Они сейчас все в Москве получают указания, как убивать людей дальше. Я надеюсь одно, на две вещи точнее. Первая вещь на то, что в результате вот этой операции, я так понимаю, она будет пошаговой. Выдавливание Хамаса из стольких-то кварталов, потом еще из стольких-то кварталов, еще из стольких-то кварталов. Таким образом, чтобы не вызывать, знаете, массу гнева сразу одновременного в разных арабских странах, если это будет очень большая операция. И с тем, чтобы вот не было, знаете, такого налета на Израиль, чтобы не давать Хамасу немедленного повода убить всех заложников, что они могут сделать запросто, поймите меня правильно. С тем, чтобы действовать опять-таки на семьи заложников. Да, они могут начать убивать по очереди, к примеру. Ну, как, например, бандиты в банке, да, зашли вот грабить банки. Я убью заложника одного, а потом второго. Вот так они говорят, да. И полиции с этим приходится работать. Точно так же Израилю приходится работать с бандитами. Ну, абсолютно никакой разницы нет. Такие вот пироги, ребята. Так что Израиль будет действовать пошагово. Я так понимаю, что вот если все будет идти таким же образом, которым оно идет сегодня, то освобождение Газы будет довольно длительной процедурой. А после этого, я же говорю, должно быть достигнуто две цели. Первое, конечно, уничтожение структуры, и вообще не то, что структуры, уничтожение Хамаса как такового. А второй момент очень важный, это осознание Израилем роли России, потому что с ролью Ирана и так все ясно, роли России в массовом убийстве израильтян 7 октября. Я вас уверяю, что роль России тут была больше, чем роль Ирана. И если Нетаньяху когда-то надумает шмындрить там по Москве с вот этой вот мерзопакостной георгиевской ленточкой, ну, значит, ему можно будет становиться в один ряд с хамасовцами. Потому что именно вот те, с кем он шмындрил по Москве в прошлый раз, с этой вот мерзопакостной ленточкой, убили израильтян 7 октября. Ну, как-то так.